продолжаем тему французских писателей, фамилии которых начинаются на букву «Ж». Сегодня поговорим о еще одном писателе-модернисте, Марселе Жуандо. Собственно, все те писатели, о которых мы уже говорили, французские, те, о которых мы будем еще говорить, они связаны между собой таким писательским сообществом, представляющим модернистское направление. Часть из них сюрреалисты, часть из них экзистенциалисты. Но в целом это действительно люди, которые были связаны между собой не только творческими, но и личными связями, иногда очень дружественными, иногда даже, так сказать, превышающими разумные пределы человеческой дружбы. Но, тем не менее, все они представляли единое, глубокое, очень важное для литературной истории Франции направление, вершиной которой, конечно, в конечном итоге там являются Сартр и Камю, ну и рядом с ним расположен блестящий совершенно сон писателей, к которым относится и Марсель Жуандо. Родился в 1888 году. Вот так вот, три восьмерки. Закончил свою жизнь в 1979 году. Прожил полные 90 лет. И за это время оставил более 120 книг своих произведений, из которых 28 книг составляют его дневники. Многие из других произведений также составлены на основе автобиографических данных. И, конечно, все это гигантское, так сказать, литературное наследие говорит нам о том, что, несмотря на существующие повторы, в некоторых произведениях возвращение к одной и той же общей теме, они, тем не менее, характеризуют французскую литературную эпоху. Ну, более того, надо говорить о том, что все-таки Марсель Жуандо – это писатель философского такого склада ума. Это вместе с тем, что это прозаик, это очень большой лирик. Некоторые его произведения, особенно посвященные там родному городу, в котором он родился, и городам таким, как, конечно, прежде всего Париж, в котором он прожил практически всю свою творческую жизнь, наполнены совершенно удивительной лирикой прозаического письма. Очень животрепещущим таким чувством любви к этим родным французским городским монстрам, таким, каким является Париж в литературе модернизма. Ну, вместе с тем, есть множество произведений такого, да, довольно сомнительного толка, которые рассказывают о его пристрастиях, об отношениях с другими людьми, которые как относятся к писательскому, издательскому сообществу, к художническому сообществу, так и людей далеких от этого поприща, но с которыми его связывают романтические такие, скажем, отношения. Да? Вот. И далее, конечно, собственно, литература.
модернизма, кое может быть напрямую отнесено несколько романов такого фантастического, мистического свойства, относящихся к инфернальным совершенно воззрением Рондо на вопросы любви и смерти. Вот все это, так сказать, пестрое сомножество и образует вот все те 120, даже более чем 120 книг, написанных, оставленных Марселем Жуандо. В семейных отношениях тоже у него довольно интересная, нетрадиционная совершенно ситуация. Женился он в 40 лет. Супруга его, судя по тому, каким образом он отражает ее в своих литературных произведениях на протяжении практически всей жизни, умерла она на несколько лет всего ранее, чем умер сам Жуандо. Так вот, эту свою Элизу он, так сказать, изображает практически, если не в каждом, то через одно произведение, иногда напрямую называя ее по имени, иногда придумывая ей другие имена. Ну, в тексте однозначно читается вот эта вот пожизненная романтическая связь. В 40 лет, как я уже сказал, он сочетается этим браком, и в 60 лет от этого брака появляется дочь, ну, которой, понятно, совершенно избалованная девочка была, и, как признавал сам Жуандо, он плохо занимался ее воспитанием. Может быть, в результате этого у нее рождается ребенок, внук Марселя Жуандо, Марк, который, собственно, является вообще, так сказать, в этой семье очень поздним ребенком. Отец их, так сказать, этого ребенка бросает, свою жену и своего ребенка, убегает, уезжает. И ребенок остается, в общем-то, на попечении у Читы Жуандо. Даже они усыновляют этого ребенка, и, собственно, до самой своей смерти, до своего 90-летия Марсель Жуандо опекает этого своего внука Марка. Вот такая биографическая справка, то, что касается его личной жизни, которая вместе с тем, как вы уже сказали, наполнена и совершенно другими множеством совершенно других людей. Все это довольно, с одной стороны, традиционно для писателей-модернистов французских. Вместе с тем, все это создает своеобразный такой облик этой эпохи, особенно вот середина 20 века. Ну, что еще можно сказать такого достаточно яркого, характеризующего эту личность? Это, конечно, его политические воззрения. Это тоже свойственно для многих писателей, французов, зрелость которых выпадает на сложный, конечно, исторический период Второй мировой войны, когда люди, принадлежащие к одному писательскому сообществу, люди, которые открыто выражали друг другу приязнь, значит, расходятся по разные стороны
баррикад, что называется, и одни из них становятся антифашистами, другие коллаборационистами, и, в общем, происходит вот такое политическое размежевание. Значит, ну и, наверное, и человеческая часть размежевания. Марселем Жонду написано три антисемитских книги, которые впоследствии были объединены в одну приблизительно в 36-40 годах, что, наверное, и определило дальнейшие отношения с германским фашизмом. Ну, это было не совсем прямое сотрудничество, но, тем не менее, в семинарах, которые проводил, организовал в свое время Геббельс, Жонду принимал участие наряду с некоторыми другими писателями-французами. Тем не менее, в коллаборационизме его не обвиняли, и его дело открытое после завершения Второй мировой войны, после освобождения Франции, вскоре было закрыто. Ну, уж там неизвестно, какие были мотивы, но, тем не менее, вот это был факт. В дальнейшем упоминание имени Жонду непосредственно или в образе литературного персонажа в связи с упоминанием антисемитизма вызывало у него отторжение, сопротивление, негодование и даже, так сказать, обращение с исками в суды, которые, в общем-то, не удовлетворялись. Вот такая история, которую мы, собственно, уже видели в отношении многих писателей 20 века, о которых уже говорили, и Кнут Гамсун, и некоторые другие представители модернизма. Вот это такая была, наверное, довольно типичная ситуация. Мы еще будем говорить о подобных ситуациях. Но вот это можно, так сказать, привести как завершающий аккорд, характеризующий личность Марселя Жонду, такую сложную, тоже разрывающуюся непрерывно, так сказать, все время переживал собственные, так сказать, недостатки физические, например, у него там был дефект губы верхней, вместе с тем, значит, вот он переживал свою не совсем нормальную ориентацию. И все это в совокупности накладывалось на с детства воспитанные у него религиозные католические воззрения, которые даже приводили к ситуации там, в ранний период его жизни, когда он сжигал свои произведения и пытался покончить жизнь самоубийством. Ну, тоже такая разрывающаяся эмоциональная личность. Собственно, это и видно в произведениях Марселя Жонду. Перейдем к ним. Конечно, не у нас нет в библиотеке 120 книг Марселя Жонду. Не переведены они, конечно, так сказать, в этом объеме и на русский язык. Но, тем не менее, издательство, вот здесь колонна Publications, Meeting Journal, два издательства, которые предприняли издание ряда произведений Марселя Жонду, которые, собственно, и дают нам возможность познакомиться с практически всеми направлениями творчества этого писателя. Ну, «Образы Парижа», «Новый бестиарий», «Любитель неосторожности», «Непристойные письма», «Школа мальчиков», «Эти господа», «Три ритуальных убийства», «О величии»,
«Размышления о магии, воровстве и неосторожности», «Размышления о старости и смерти», «Лучше ошибка, чем скандал». Ну, вот те произведения, которые я назвал, вот, значит, эти о старости, смерти, магии, воровстве, неосторожности, о величии, это пример философской публицистики Марселя Джонду, где он по существу рассуждает применительно к себе, применительно к своему окружению в разные, так сказать, возрастные периоды о состоянии мира, о состоянии человека в этом мире, о проблемах возраста, проблемах отношения человека и власти и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот разные проекции человеческой натуры на общественное бытие, я бы так, в общем, определил это дело. Довольно выразительный, утонченный язык, который, тем не менее, требует работы мысли над тем, чтобы установить смыслы, о которых говорит все-таки поэт в большей степени Марсель Жонду. Да? «Три ритуальных убийства» – это обзоры на тему трех реальных совершенно убийств, таких звучных, таких известных, так сказать, в реальной истории Франции. В 20 веке физиологию которых, как, собственно, самого процесса убийства, так и убийцы, и жертвы, исследует Марсель Жонду. Новый бестиарий – это, так сказать, способ отобразить взаимодействие человека с самыми разными животными. И речь идет о тех животных, которые, собственно, были в доме Жонду и составляли некоторую часть его личной жизни, которая превратилась в жизнь творческую. Образы Парижа, вот как я уже говорил, совершенно поэтические. Экскурс в Париж, где вот такими элементами, мазками мы, так сказать, видим различных представителей парижского общества, часто представителей парижского дна, с другой стороны, это свет Парижа, так сказать, его элита, и вот богема тоже есть. И есть, так сказать, совершенно конкретные образы, известные нам образы Парижа в виде, так сказать, конкретных архитектурных объектов, местечек, природных объектов, которые есть в Париже, дающие очень выразительную, понятно, что это картина, которую передает Марсель Жонду, передает его любовное отношение к Парижу. Ну и вот упомянутое мной уже, наверное, «Любитель неосторожности» – это то самое мистическое, фантастическое произведение, в котором присутствует сам Жонду, его супруга в завуалированном совершенно состоянии, присутствуют друзья семьи тоже под вымышленными именами. Ну и совершенно мистическая личность, скорее всего, демонического происхождения, которая, так сказать, манипулирует любовными чувствами, заставляет, так сказать, персонажей убивать друг друга иногда, так сказать, духовно, иногда самым натуральным образом, превращение, так сказать, мертвых в живых и живых в мертвых. Вот все, чем наполнен этот роман, который, так сказать, является, наверное, самым выдающимся примером модерниста, модернизма Марселя Жонду вот в его творческом наследии. Хотя, конечно, это не единственное произведение такого плана.
Вот все, что мы на сегодняшний день можем сказать о книгах о творчестве Марселя Жуандо. Мы оговариваемся, как это мы делаем постоянно, что не все, что написано Жуандо, хотя это все, так сказать, в рамках абсолютного приличия, так сказать, написано, следует читать в молодом, раннем возрасте. Но, так сказать, значительная часть его произведений все-таки вполне доступна широкому читателю.